Скажите, ребята, ведь вы с Орликинадой выступали на конкурсе «Арабеск» в Перми, стали там лауреатами. Да. А вот выступления там и здесь отличаются все-таки? Ну, я не знаю, как сказать. Это два как-то разных места. Вот там специально такой прям серьезный конкурс, а это еще серьезнее. А здесь совсем серьезно? Не серьезно. Но у вас же уже большой конкурсный опыт. Вы в этом году получили на конкурсе «Молодой балет мира» Юрия Григоровича, Кристина Золото, вы серебро. Да. Но это серьезно. Мы надеемся. Хорошо, послушаем, о чем скажет нам Юрий. Начнем с Владимира Ильича. Он всегда самый суровый ценитель. Начинаем, конечно, с Кристины сначала. Помните, золотая медаль уже в багаже. Да, но это не имеет значения для меня, например, потому что я очень поражен легкостью и технической стороной, потому что это действительно самые трудные вещи, кажется, что, смотря на нее, могут все сделать. Кристина, у меня к тебе такой вопрос. Почему вы вариацию немножечко изменили? Последняя и третья часть немножечко по-другому. Это по какой причине? Скорее всего, это было решение наших педагогов. Ваших педагогов. Да. То, что касается обоих, тоже Олега, мне очень не хватало, так сказать, стиля типичного вот этого под ИД. Вот когда, например, он встает, и вот эти все позы, положение и для и сердце держит, и, допустим, вот встает туда. Не хватало стилистически, с моей точки зрения. Вы добавили таких вещей, которых не было во времени ни Петипа, ни Нижинского. То есть технически это очень богато. То, что это плюс и для вас, и, наверное, для эволюции этого ПДД. Но стилистически мне не хватило, потому что это я не увидел яркую разницу между, как вы танцуете классику. То есть, если это хореографом поставлена вот эта поза, вы ее делаете, но это не в стиле ПДД, скажем так. Спасибо. Рената, а вы никогда не мечтали с вашей хрупкостью стать балериной или сняться в роли балерины? Или написать историю о балерине? Предлагали играть Списивцеву в «Мании Жизели», и мне казалось, что это какой-то абсурд. Угу. Я отказалась. Да. И сыграла другая артистка. Теперь жалеете? Нет, нет, все-таки нет. Я сделала правильно. А почему отказались? Просто адекватно оценили свои возможности? Вот именно, адекватно оценил свои возможности. А я думал, вы отважная воительница. Нет, все-таки я к адекватности, несмотря на свою репутацию. Все-таки наша пара, да, пыталась угадать, какие у вас, например, кумиры в балете. Я не знаю, я даже нашла некоторое сходство у вас с Нуриевым. Ну, именно такое физическое. Так много нормальных. И всегда хочется иметь что-то такое, то, чтобы вас отличало от всех. Ну, а так, конечно, вот кажется, что просто Рената, нас там обвели. Вам понравилось выступление этой пары или не понравилось? Конечно, понравилось. Конечно, понравилось. Ну что, тогда спросим Азария. Ну, для меня три критерия, конечно. Музыкальность, актерское дарование и техническое. Вот по этим трем параметрам хотелось бы сначала для Кристины сказать какие-то замечания. Первое. Вот она появилась. Хрупкая, тонкая, воздушная. Вся сделала первое пике и промахнулась музыкально. И мне было так обидно. Вот стала на акцент музыкальный. Она раз акцент и мимо. Потом эта маленькая миниатюра, когда его ищешь. Его нету. И вдруг повернулась и... Нет, сначала повернулась, потом обрадовалась. А ты сначала обрадовалась, потом повернулась. Ну, а технические моменты какие-то? Ну, конечно, твои вариации, вращения твои замечательные. Одно удовольствие смотреть, как крутишься. Тебя даже не нужно подкручивать партнеру. Сама. Да, да. Как? А когда соло... Когда соло... Смотри, какая большая сцена, а ты на подобуре практически не продвигалась. Тара-па-па-ра-па-пам. Это нужно пролететь из конца в конец, как пушинка. Ты такая легенькая, а стопорила. А? Да, спасибо. И на фуэте, на вращениях,
конечно, хотелось бы при таком замечательном вращении поправить тебе локоточки. Что-то висят так они. Так здорово. Ну, а Олег, он молодец. Он так зарядил вариацию техническими элементами, что здесь нечего и сказать. И все Спасибо. Безукоризненно, обаятельно, динамично. Так что очень понравилось. Спасибо. Андриан, пожалуйста, что понравилось и что не понравилось в исполнении этой пары? А зачем сразу спрашивать, что не понравилось? Ну, потому что не может быть, чтобы все понравилось, правильно? Нет, мне очень понравилось ПДД. Оно очень сложное технически. Единственное у меня пожелание, Олег, к твоим подходам. Они должны быть менее большие, да, менее длинные. Потому что вы высоко прыгаете, а подход получается ради подхода, не ради прыжка. Но, тем не менее, вот ваше выступление было очень ярким и искрящимся. Ребят, вы молодцы. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Андриан. Алла Евгеньевна, ну, наконец, ваше высочайшее мнение. Мы так вас ждали, Алла Евгеньевна. Вы такое счастье, что вы с нами. Я вспоминала Таню Квасову. А вот смотря на вас, мне хотелось не вспоминать никого. Понимаете, чтобы вы передо мной появились первые, единственные, я бы увлеклась. Я не хочу вспоминать и ни с кем сравнивать. Мне кажется, что... Хотя очень... вам есть с кем сравнивать. Да. Мне кажется, что очень важно в нашем искусстве стремиться к тому, чтобы стать самой собой и принести себя, не будучи ни на кого похожей. Я вам от души этого желаю. Спасибо. Ну а теперь все-таки нужны оценки. Я напомню, особенно новоприбывшим, что голосуем раздельно. Сначала за балерину, потом за танцовщика, если это дуэт. Итак, в начале оценки Кристины. Начинаем с вас, Андриан. Моя оценка 9, так как Кристина не пожертвовала ни выразительностью, ни легкостью в своем исполнении. Азарий Михайлович. Кристина 9. Так. Рената. Ну. Кристине. 9. Владимир Ильич. 8. Алла Евгеньевна. Вы знаете, тоже 8. Спасибо. Ну, теперь оценим работу Олега. Андриан. Ну, так как это классическое ПДД, и здесь обязательно надо сохранять стиль и выворотность ног 8. Но нету предела совершенства. Спасибо. Спасибо. Азарий. И несмотря на это, 10. Щедро. Рената, пожалуйста. Вот как вы чувствуете сердце, так 10, и ставьте. Хорошо. 10. Спасибо. Владимир. 9. Спасибо. Алла Евгеньевна. Это очень трудно. Оценки – это так трудно, это так всегда горько, когда ты слышишь не ту оценку, которая у тебя есть. Но 9, потому что у мальчика есть обаяние, и есть что-то для меня, что-то впереди будущее. Спасибо. 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 Спасибо большое. Набирайтесь сил для следующего тура. Спасибо. 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 Thank you.